И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня вместе с Игорем и Сэдисоном буду играть в Слайзер Айо в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Сегодня мы опять собрались с нашей командой. Если вы хотите, чтобы мы выпускали больше видео вместе с Женей, Игорем и со мной, мы все будем рады, если вы поставите большой палец вверх. Это нас действительно очень порадует. Да, ребята, всем привет! И также пишите комментарии, мы читаем все комментарии на самые интересные и самые интересные мы будем отвечать. Так что у вас есть мотивация писать комментарии. Да, ребят, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки на всех будут в описании у каждого. И, собственно, приятного просмотра. Да. Ну что, ребята, мы сейчас будем начинать играть в змейку. Ребята уже играли, я первый раз играю, поэтому объясните правила. Ну, собственно, тебе нельзя врезаться в овец, в чужих овец, да, и, собственно, в своих тоже. Тебе нужно как-то стараться, чтобы в тебя врезались. Вот так. Да, и перышко это ускорение. Также есть какие-то другие... О, я умер! Я понял. Это как вот эта новая прикольная игра, да? Слайзер или как она там называется? Да, слайзер, я не знаю. Да, прикольно. Все называют. Я, кстати, была розовая бибешка, но я умер. Блин, как мы просто, знаешь, мы с тобой уже играли, мы с тобой злились в самом начале, Эдисон просто тащит. А, прям, а сколько сколько осталось? Осталось 4. Четверо. А я в себя тоже, да, врезаться не могу. Я, кстати, в себя врезался. Нет, какой-то, я не знаю, он покупается, что ли, какой-то класс, что можно будет через себя проезжать, через других, по-моему, даже. Ну, это чьи-то. А, нет, твою мать! Прям запаниковал, да, ведь? Это было опасно. Я выиграл! Нет! А, твою мать! Мы же прям поцеловались, как он выиграл. Ну, второе место тоже неплохо для первого раза, мне кажется. На самом деле, неплохо. Второе место. Да. Лучше. Переходим ко второму раунду, ребят. Да, прикольно. Итак, дорогие друзья, вот он наш уже второй раунд, и сейчас я на зеленой бибешке, лаймовой. А я синий. А я, кстати, тоже синий, только голубой. Голубенький Евгений. Так, ладно, сейчас начнем. Кто сейчас затащит? Кто? Женя, ты? Я постараюсь затащить. В принципе, ты еще можешь есть этих слизней, они тоже тебе дают. Я не умер. А что они тебе дают? Они, ну, тебе прибавляют овец. Игорь уже умер, как я понял, да? Он жив. Он жив, а у меня просто стоит на месте. Чуть не умер, чуть не сдох. На самом деле я умер. Меня просто, понимаете, меня не любит этот сервер вообще. А я могу в здание врезаться? По-моему, нет. Ну, на самом деле, под лагами я по этим зданиям только что ездил. Все было. Кстати, видишь, есть еще перышки в инвентаре. Перышки, это ускорение. Да-да-да, это ускорение. Тесненько, твою мать, Нормально. А я не могу следить, да, за вами? Не, почему? Можешь. А как? Можешь. Компас смотри, там, ну, в принципе, все сдохли, тебе не за кем следить. Ну, нормально. Почему, когда все сдохли, у меня перестало лагать, я не понимаю. Не любит тебя, Майнфакс. Так. Вон, третье место присоединяет. О, нифига себе. Ну, смотри, я уже один раз занял второе место, ты третье. Наверное, сейчас Игорь победит, займет первое место. Сейчас мы смотрим. Давайте, в следующем раунде. Итак, собственно, это уже третий раунд. На Игорь нужно победить. Игорь, тащи! Твоя очередь. Я на синей кобебешке, это знак. Знак. Я знак. Это не знак, мы были только синенькими сразу. Посмотрим. Я сейчас уверен в своей победе, значит, я еду. Едь! Иди! Ой, я гонюсь за Эдисоном, Давай! А, ну конечно! Мы в одной команде, ты на меня нападаешь. Ну ладно. Нечестно! Так. Да блин, как меня убили? Я просто ехал себе спокойно, какой-то чувак меня подрезал. Нет, слава богу. А, Игорь, ты еще жив? Да, я еще жив, я тащу. Это я аккуратно. Ненадолго ты еще жив. Иди сюда! Иди хорошо, сюда. Так, тихо, у нас тут еще... Разворот! Вау, завис! Нет! Завис. Слушай, ты еще жив, Эдисон? Я еще... А какой я? Я третий, да? Буду минимум. Да, прикинь, я в тебя вселился, короче. Я смотрю, как ты едешь. Вселился в меня, Женя, не нужно. Я реально, как я в тебя вселился. Вселился? Ну, то есть, как бы я смотрю от твоего лица. Мне даже спектатор лагает, что происходит? Давай, Эдисон, тащи, я прям смотрю на твою овцу переднюю. Что, прикольно сделали в Майнкрафте, реально прям в тебя. Вот реально. Прям в тебя. Как, твою мать? А, блин. Ну, второе место тоже опять неплохо. Ну, я хочу первое, Женя, я хочу первое. Кстати, выиграл, по-моему, тот же чувак, что и в прошлый раз. Да, задрот прям. Ладно, еще одна игра. Ну что, ребята, еще один раунд, и сейчас мы посмотрим, кто затащит в этот раз. Игорь, готов? Ну, я готов.
Понимаешь, это не от меня зависит. Ну да, Игорь еще не тащил. Надеемся. Я убил, просто. Убил! Их убил, офигеть! Убийца! Сейчас. Ай! Ай меня, Игорь, не убивай меня! Я всех уничтожаю. Мы втроём остались. Да ну. Так, пацаны, вы понимаете, кому надо выиграть, да? Нет, я в этот раз это последнего. Я тоже. Все. Кто? Я убил Игоря. Что ты делаешь? А как селиться? Я хочу селиться в Жене. Не знаю. Нормально, селился в Женю, походу. Женя, я в тебя селился. Четырюга. Прикольно, ура. Четырюга. Ладно, прикольно было. Да. Еще один раунд? Последний? Да, еще один, давайте, да. Итак, дорогие друзья, последний 5-й раунд, и сейчас я должен выиграть. Да. Черед Игоря. Давай. Не, в принципе, я Эдисон тоже еще не выиграл, поэтому я как бы... Два раза второе место тоже неплохо. Хотя да, нормально. Ты один раз первое, я два раза второе, ну, более-менее. Игорь вообще что-то... Игорь третье занял, да? В предыдущей игре же третье. Ну я опять завис, нет! А я убил чувака! Чуть не убили меня. Кстати, у меня розовая овца, вы понимаете? Кстати, ух ты! У меня розовая была в первом раунде, я понимаю, что это значит. Ай! Уворачиваемся. Кстати, ускорения эти очень крутые, они помогают. Да? Я, если честно, даже вообще не использую их. Не, они чтобы подрезать прям вообще помогают. Ну или вернуться, наоборот. А я все слизнячки пока ем. На правую кнопку, да, нужно? Нет! Зараза! Ты забодал! Ты меня убил? Да. Так я же в тебя тоже врезался. Как? Нечестно! Я шлагаю. Нечестно! Как раз ты в него врезался, поэтому ты, в принципе, убил. А, я могу сказать... Подожди, мы врезались. А-а-а, Женя! Ты сам себя. Давай, Игорь. Да! Пацаны, да, всё. Нифига себе. Я, походу, один лошок, который никогда первое место не занял. Большая, но потому что я все слизнячки ел, это на самом деле очень так радует. Я, походу, второместный, да? Отлично, второй Эдисон. Давайте. Два, три. И, в общем-то, ребята, всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравился этот видос, почему бы не поставить лайк и написать положительный комментарий. Да, ребята, мы будем очень рады, если вы, конечно, хотите, чтобы мы больше видео снимали вместе. Вот прям как ща, да? Прям как ща, пройдём. Команда. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока.